друзья, всем привет. Опять сейчас поверну в другую сторону, нормально будет освещение. Про обострение, часть третья. У меня спрашивают, а у тебя что, не бывает что ли обострение? Бывает, но я только на внимание на них не обращаю. Сейчас вот сустав заболел. Нервы, они такое. Переживание никогда в нашу сторону хорошо не влияют. Только в плохую сторону. Когда ты переживаешь, когда ты волнуешься, когда у тебя постоянный стресс. Вот. Поясница опять же засаженная, потому что ты работаешь. Не покладая попы. Вроде как пробеги хорошие, да? Но это не проходы. Если бы ходил побольше, было бы по-другому. Но это не смертельно. Я на это внимание как бы сильно не обращаю. Ну и живу. Живу хорошо. Вот сейчас соскочил. 4 часа спать лег. 6 соскочил. Лечу. Так, спрашивают у меня в комментариях, не знаю, может это бот, ну, фейк, может это что, я не знаю. Спросила меня там женщина, девушка, что лежу на кровати, спина болит сильнее, или, ну или болит. Ну как бы, вроде как легче, а вроде как нет. Суставы болят. Беспокоят. Я, говорит, лежу 1.5 года. Кто-то может 8 месяцев лежать на аппарате. Но как? Один раз в день 3 сеанса в минус. Ну, один пропущенный день возвращает ваш результат на 3 сеанса в прошлое. И это называю я качели. Хотите как мазохисты это делать? Ну, короче, ну просто. Говорю, не получается лежать стабильно. Что я могу сделать? Не получается на живот переворачиваться. Не хотите вы на живот переворачиваться. Лень вам это делать. Что я могу сделать с этим? И когда спрашивают у меня, ну или говорят там, Саш, я лежу. А вот так. А вот не совсем то, что я хочу. Я не Господь Бог. Я не экстрасенс, когда у вас это пройдет. Ну и вообще, просто отнеситесь к аппарату, как к зубной щетке, которой надо чистить зубы 2 раза в день. Все. Здесь вы не паритесь. Если вы... Ну перестанете чистить зубы. Ну будет же плохо. То же самое и здесь. Ну не получилось у вас так лежать. Ну поднимите правую руку, в следующий раз будет лучше. Обострения длятся 3-10 дней. Обострения могут быть абсолютно любые. Я не знаю, как это происходит в вашем личном организме. Я могу просто, то есть, вот как вы пытаетесь, хотите... сходить сдать анализы, если вы, допустим, знаете, понимаете, да, что у вас там с детства какие-то там сосудики в шее пережаты, и у вас кровообращение с детства плохое в голове, и у вас, вот вы лежите, сколько там, допустим, 4 месяца, и когда это пройдет? А тебе сейчас уже возраст такой, бальзаковский с хвостиком, и вы всю жизнь промучились с этим. Просто надо понимать, что ну у вас такие исходники. Вам просто не повезло. В тот момент, когда вас вынимали из мамы, повредили шею, и у вас на всю жизнь остался такой косяк. Но с ним можно бороться. И просто отнеситесь к этому правильно. Ты можешь ничего не делать, но ты, соответственно, ничего не получишь.
Ты можешь этому противопоставить свою волю, свою силу, свое желание заниматься собой. От того, что ты стал старше, от этого твоему организму стало намного хуже. И ты каждым днем все старше и старше. Мудрее и мудрее должен быть. Но если это у вас мудрость не приходит, ну значит будет тогда деменция. Опять же, никто этого не хочет. Посмотрите на Байдена, ну его нахрен, чтобы жить вот так. И, к сожалению, в нашей жизни такое случается, блин, все больше и больше. Если вы хотите долго жить и при этом нормально, не вспоминайте о том, что ваша прабабушка прожила там столько-то лет. Или ваша бабушка прожила столько-то лет. Да, они войну там пережили, да, у них там свои были проблемы, да, у них там то, все, пятое, десятое и компот. Это их жизнь. Они двигались по-другому, поверьте. Ну, проанализируйте мои слова. Для того, чтобы им так прожить получилось, у них так прожить получилось, они не ели то, что мы сейчас едим в магазинах. Может быть, они меньше ели. И, соответственно, у них переедание меньше было. Желудок с кишечником лучше работал. Опять же, продукты совсем другие были. Мало, но более качественно, чем то, что сейчас мы кушаем. И от этого мы никуда не денемся. Внезапно вы не освоите огородное дело и не начнете выращивать себе на всю зиму продукты. Правильно? Внезапно вы не станете, блин, просто как супер-пупер физкультурник ходить 3 раза в неделю в бассейн, заниматься с утра и вечером зарядкой. Скорее всего, ну просто потому что, вот блин, вот реально это занимаются зарядками, наверное, 10% только человечества. Остальные ждут, как говорится, с моря погоды. Меня это не коснется. Да, у меня давление уже скачет, да, у меня руки не поднимаются, да, у меня плечи болят, да, у меня уже артрит появляется на пальцах, но я не буду об этом задумываться. Оно рассосется. Нет, вы рассосетесь. Возраст – это та же самая хроника. Чем старше вы становитесь, я говорю, я в шоке, я в шоке, реально, я езжу. Ладно, понимаете, я инвалид, мне уже с этим, ну как, я с этим смирился и живу. Ну, как бы, ну, это образно говоря, смирился, ну, то есть у меня есть пенсия, у меня есть там корочка. И я смотрю на молодежь. И они рассуждают, обсуждают между собой. Ё-моё! Я туда пойду сходил, я туда сходил. Сколько я вывожу, говорю, с больниц людей. Это какой-то ужас, это какой-то ужас. И люди даже до сих пор не задумываются. Они только начали с этим жить. Ой, давление у меня скачет. Все. То есть ты в 30 лет начинаешь обращать внимание на то, что у тебя давление есть. Поймите, когда у тебя в организме все замечательно, ты не обращаешь на это внимания. Ты просто живешь и еще раз живешь. У тебя все, как часы работают, все. Ты не чувствуешь свое сердце, ты не чувствуешь свою печень, ты не чувствуешь свои почки. У тебя мышцы ног не болят, спина не болит. Вот тогда ты здоров, потом этого нет. И вот к этому надо стремиться, вот это надо возвращать. И вы можете это сделать. Не останавливаясь просто, просто не останавливаясь. Но если вы знаете, что у вас по определению есть какие-то проблемы, и особенно те, вот, допустим, с болезнью Бехтерева, там, еще с какими-то серьезными заболеваниями. Аппарат поможет, но это длительный процесс. Почему? Потому что загаженный ваш организм, ему надо перенастроиться. То есть вычистить себя вот эту всю гадость. Это очень сложный процесс. И будет температура в том числе, просто так, на ровном месте. И будут болячки у вас вылазить, и будут воспаляться лимфоузлы. Так это устроено. Лимфа – это дренажка. То есть канализация вашего организма. И если с нее что-то вылазит,
Ну, то есть лучше, чтобы это вылезло. Или как? Вы предпочитаете это оставить у себя внутри. И пусть оно дальше вас травит. Задумайтесь. То есть, если вам это не важно, то, ну, соляви. Я пишу ролики для тех, кто меня понимает. Для тех, кто хочет жить по-другому. Не так, как сейчас, а по-другому. И если вы хотите результаты быстрее иметь, помочь своему организму биохимически. У меня опять там спрашивают, ну, в чате обсуждают эту тему, голодать, не голодать. Я для себя принял решение когда-то и до сих пор от него не отступаю. Блин, ну сколько можно мучиться? Я устал. Я устал от мучений. У меня есть более, так сказать, щадящий, более там просто кайфовый способ выживания, да? Способ бороться со старостью. Это Жанес. На моей физиономии вы видите. Не знаю, сейчас вот видите? Симметрия. Асимметрия. Нарушена у меня симметрия. Почему? Объясняю. Потому что я наносил продукты омоложения, то есть линейку Люминез, на пол лица. И вот такой вот у меня результат получился за полтора месяца. Века поднято, века опущено. Вот это как бы достойно умирающее тело. А это, которое недостойно себя ведет. То есть тот, который хочет быть молодым. Ну, это было давно, это было 6 лет назад. Это в 2014 году, в ноябре месяце, за месяц я вот этот результат получил. То есть купероз, купероза нет. Ну, как бы он не проходит, как врачи говорят, косметологи. У меня почему-то прошел. То есть у меня есть фотографии, где я сфотографирован более четко и в большом формате, и там очень хорошо это видно. До сих пор этот результат как бы на мне. Я это делал для эксперимента, чтобы люди мне не говорили, что «Саша, ты делаешь фотошоп». Все, это не фотошоп. Через 6 лет это не фотошоп. Это до сих пор так. Но это внешка. Внешку бы быстрее вам показать. Я сейчас, ну, просто собраться не могу в кучу, потому что проблемы. А это надо как бы, ну, делать стабильно. Не вся линейка у меня сейчас в наличии есть. Ну, наверное, я начну делать хотя бы с этого. И вы будете видеть. Вот. Но самая фишка в том, что можно без голоданий получать те же самые результаты, без мучений. Потому что голодание – это изменение образа жизни практически. Практически полностью. Я не всегда делаю, ну, точнее, я не делаю практически зарядки. Ну, потому что, ну, такой я лентяй. Со всеми борюсь. Ну, в смысле, помогаю, советую. Ну, поймите, я занимаюсь на аппарате чаще, чем многие. Но в последнее время тоже немного занимаюсь. И очень хочется вам это все объяснить, довести до вашего ума, до вашей головы. То, что я знаю про Сироген, то же самое я знаю про Жанес. Жанес рулит, Жанес работает, мы можем жить долго и счастливо, помогая своему организму изнутри, биохимически. Потому что все понимают, да, что питание изменилось, образ жизни изменился, вода изменилась, вообще экология тоже оставляет желать лучшего. Аппарат помогает, но чем старше становишься, то есть я опять же эксперимент на себе. Я, занимаясь на кровати, я уже об этом говорил не один раз, такой результат, как тогда в 2014 году, мне очень сложно получить. Ну, не получается так быстро сделать. Ну, потому что я постарел. То есть тогда мне было 33 года, сейчас мне 44. А жить хочется? Жить хочется. Я вам рассказал о том, что у меня есть проблема с предстательной железой, скажем так. Ну, это нехорошо. И вот, что можно с этим делать? Можно сидеть на гнезде, гнездо сломано. Ну, в смысле, прожектор поломан. Лежу на кровати, некогда сидеть.
даже на карбонке некогда. Ну просто на самом деле некогда. А хочется, а надо, а нету времени. Но есть резерв, который поможет почистить печень, поможет поработать с кровью. Ну, соответственно, печень почистится, соответственно, она будет печень лучше фильтровать кровь. Опять же, понимаете, это два способа соединены. Жанес и сирогем. Жить будем долго. Долго настолько, насколько мы хотим. То есть на самом деле ученые говорят, что организм человека очень надежно сделан. И в принципе мы можем жить долго и счастливо, но из-за того, что мы ведем неправильный образ жизни, мы умираем намного раньше положенного срока. Так что если вдруг вам захочется жить по-другому, пожалуйста, присоединяйтесь в нашу банду, в нашу команду. И да пребудет нам всем счастье и лука-мешок. Здоровье будет немерено, жить будем долго, потому что, говорю, страшно. Все это понимают, что статистика такова, что люди умирают, не доживая до пенсии, это плохо. И мы можем это сделать по-другому. То есть спасение утопающих же дело рук самих утопающих, не кого-то. Кто там, не Набиуллина, опять же, ваше финансовое благосостояние будет делать. Не там кто, короче, всех я уже не помню, министр здравоохранения не будет конкретно за вас переживать. Ключ вашей жизни в ваших собственных руках. И если вы что-то будете не делать, это ваша проблема. Если вы чувствуете, что у вас уже проблемы со здоровьем, действуйте, делайте, потому что завтра может и не быть. Потому что завтра может, как я тогда пенсионерам рассказывал, все-таки сидели, соберутся там 2-3 бабуськи там на галерке и сидят там. И ты мимо проходишь, они такие обсуждают. Вот там, помнишь там Петровну с первого подъезда? Та такая, ну такая с палочкой. Угу. Вот вчера легла спать и не проснулась. Вот эта смертушка. Не мучилась, ни там, не мучила. И ушла. Спать легла и ушла. Поймите, животные в природе так и живут. Вы видели когда-нибудь кошку, которая, ну, не привязана, не в квартире? Или собака, или не собака на цепи? Что... Вы их не увидите. Когда приходит смерть, они уходят сами, заранее, и все, умирают. Только человек вот так. И вот бабуськи это обсуждают, а у меня мозг взрывается. Я выходил и говорил. У меня целая лекция по этому поводу была. Вот именно вот почти такая, вот которую я сейчас вам почти рассказал. Ну, тогда я про Жанес не рассказывал, потому что не знал. Вот, я выходил и говорил им. Что, говорю, вы все такие, вот смертушку бы такую. Я говорю, поймите, вот такую смерть сейчас надо еще заслужить. Каким образом? Спасая свой организм от инсульта, от инфаркта и так далее. То есть, когда ты будешь собой заниматься, ты не будешь обузой для детей, ты не будешь обузой для себя. У тебя не будет страданий, ты будешь жить. И поверьте, я это как никто другой, там, ну как многие из вот чата уже это почувствовали, когда тебе 25 лет и ты приговорен врачами. Потому что у тебя болезнь Бехтерева, потому что у тебя спина болит, потому что ты двигаться не можешь. И вот мне теперь 44, в отличие от того 33-летнего, я прекрасно себя чувствую, все у меня замечательно, чего и вам желаю. А ваши вопросы, ваша активность, там, комментарии, вопросы, обсуждения в чате приветствуются, потому что это двигает канал в топ. Вот. Лайки, дизлайки, неважно.
пишите комментарии, можете меня критиковать, неважно. Я просто пытаюсь вам объяснить, что жить можно по-другому, если вы захотите. То есть, как там говорят, если человек захочет жить, то медицина в этом бессильна. Так что, всем удачи, всем пока. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих.